ты, парень, в общественном транспорте морду воротишь. Да не брит я и запах отнюдь не французских духов. Что лицо свое белое ты на меня косоротишь и брезгливо глядишь в мою сторону из-под очков. Слушай ты, успокойся, я выйду на той остановке, и меня не увидишь ты больше уже никогда. Запах дыма и крови моей обгорелой штормовки из вагона трамвая с собой унесу навсегда. А ты знаешь, холёный, где был я на этой неделе? Ты, наверное, слышал, что снова горела тайга. Через час после вызова мы в вертолете летели и глядели в огонь, как солдаты глядят на врага. Как горит парашют, ты, холёный, конечно, не видел. В преисподнюю не каждый нормальный захочет идти. Но мы любим тайгу, мы тайгу никогда не обидим. К ней, как ангелы с неба, на помощь готовы прийти. Я же просто спасатель, я пришел из огня, потому группа крови на груди у меня. Я же просто спасатель, я пришел из огня, потому группа крови на груди у меня. Помню, факелом вспыхнул Ванюха, дружок мой сердешный. Помню, маску сорвал я, чтоб друга скорей потушить. А потом долго корчился сам, будто проклятый грешник. Задыхался в дыму, матеря белый свет от души. Наши взрывы тайге причинили большие увечья. Но уперся огонь в наши просеки и не прошел. Но своим языком он Ванюху дружка покалечил. И попал мой Иван не к жене, а к хирургу на стол. Он теперь в тишине прокварцованных реанимаций продолжает бороться с пожаром в бредовом дыму. И несут передачи ему опаленные братцы. Только те передачи пока что ему ни к чему. Так что, знаешь, не надо смотреть на меня, как на падаль. Я такой же живой, только кожа на роже грубей. Остановка моя, видно, к выходу двигаться надо. Не серчай на меня, если вдруг нагрубил я тебе. Я же просто спасатель, я пришел из огня, потому группа крови на груди у меня. Я же просто спасатель, я пришел из огня, потому группа крови на груди у меня.